Содержание под стражей в СИЗО 50, как очень опасного преступника. Там содержатся обвиняемые в совершении особо тяжких общеуголовных преступлений. Поэтому это говорит о том, что они МВД, следственная служба МВД, они заинтересованы в определенном исходе этого дела. Они явно заинтересованы. Это под руководством Ашир Хаджаева, который дело по Куйташеву, он, так сказать, был зачинщиком. И он уже несколько уголовных дел, которые с его ведома было возбуждено в отношении Куслана Асанова. Ничего не доказано, никаких доказательств нету. Совершенно все не обосновано. И поэтому это судьи, прокуроры вообще мнение, доводы защиты не учитывают. И что интересно, они мотивированно не отвергают. Они просто делают вид, что доводов защиты нету. И Кайрат Рамазанов.